spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия мультипликаторных катушек от украинской компании Flagman. Это линейка Z, состоящая на данный момент из двух моделей, одна под правую, а другая под левую руку. Их масса одинакова и равна 164 грамма, а передаточное число составляет 8 ровно к 1. Предназначены для ловли на легкие и среднего веса приманки. Давайте поближе рассмотрим вариант с индексом 120LH. Перед нами компактный низкопрофильный мультипликатор, часто называемый мыльницей. Его выделяет стильный дизайн и исполнение в черном глянцевом цвете. С целью добиться небольшой массы и высокой прочности, корпус выполнен из алюминиевого сплава, а боковые крышки сделаны из пластика. Также отметим наличие 11 подшипников, которые делают вращение максимально легким и плавным. Система лесоукладчика с бесконечным винтом является отключаемой и во время заброса остается неподвижной. Глазок имеет напыление нитрида титаном, что позволяет использовать плетеные шнуры. Для разблокировки шпули нажмите на клавишу, расположенную в задней части. Теперь она свободно вращается и позволяет произвести заброс. После проворачивания ручки механизм возвращается в режим намотки. Эргономичная рукоять выполнена из карбона, имеет изогнутый профиль и оснащается двумя плоскими прорезиненными кнопками. За один полный оборот выматывается 78 см лески. Предусмотренная система антиреверса. Далее расположена звездочка регулировки фрикционного тормоза, способного выдерживать максимальные нагрузки до 3,5 кг. И что очень удобно, фрикцион так называемый поющий, создающий щелчки при его срабатывании. Находящийся рядом регулятор осевого тормоза имеет микроклик. Это позволяет произвести более точную настройку данного узла. На противоположной крышке мы видим переключатель магнитной тормозной системы. С ее помощью можно настроить катушку под конкретные условия ловли с учетом веса используемых приманок. Чтобы снять боковую крышку, нам понадобится открутить фиксирующий винт. Теперь поворачиваем деталь вниз и аккуратно снимаем. Катушка комплектуется мелкой, облегченной за счет множественной перфорации алюминиевой шпули. Ее масса одинакова у обеих моделей и составляет всего 11 граммов. Вместимость также идентична и равна 180 метров лески 0,6 PE. Для хранения мультипликатор Flagman Z комплектуется фирменным мягким неопреновым чехлом с клапаном на липучке. В нем ваша катушка будет храниться в перерывах между рыбалками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.